Тихо! 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 Бабуль, ты как? Бабуль! Нормально? Нет, я тоже. Ты думал, я не узнаю? Что не узнаешь, Школотрон? Что не узнаешь? Ты совсем с ума сошел? Это можно рассчитывать как похищение! Это... Нас похитили! Месяц назад ты ограбил мою квартиру, и это все было записано на камеру. Давай начнем с того, что это не я не вообще ничего не делал. Как бы много людей в Балаклаве ходит в этом районе, в этом городе. И то, что ты кого-то там заметил, это не значит, что это был я. Что за хрень у тебя на голове? А, это... Да, это, не обращай внимания, это я ролик записываю на канал. Когда день рождения мой будет 22 июля, вот этот ролик выйдет на моем канале, да. Я долго тебя искал. Но это хорошо, да, это хорошо, то, что ты меня долго искал, вот нашел. Школьник, то, что... Какие бабки? Да нет у меня бабок, школьник! Да, честно тебе говорю, нет у меня никаких бабок. Ну вот максимум, вот яблоко есть, вот яблище похавай, да нет у меня никаких бабок. Бабуль, вот скажи ему, мы у него ничего не грабили. Вот ничего, я первый раз тебя вообще вижу. Мы его видели до этого, бабуль? А где мы вообще его видели? Я вот сам не помню. Не было, вот реально не было ничего. А, ну тогда хорошо. А, ну отпускаешь нас тогда, получается? Я тебе просто клянусь бабушкиной пенсией. Да я первый раз тебя вижу. Я не знаю, про какие бабки ты говоришь. Пацаны, приступайте. В смысле приступайте? К чему приступать? К чему приступать? Ты чё толкаешься, бычара? Ты куда толкаешься, мелкий? Ты что? Ты с ума? Ты с ума сошел? Хватит! Хватит! Я все скажу! Я все... Ты... Что, будешь колоться, собака? Ты школьник! Ты власть, походу, почувствовал? В чем колоться? Мне не в чем колоться! У меня нет никаких бабок! Чё ты от меня хочешь? Гони мои бабки, собака! Давай начнем с того, что ты пописяка мелкая, как бы еще не зарабатываешь. И это про бабки, которые ты говоришь, это не твои бабки, а бабки твоих родителей. Так что у тебя нет еще твоих бабок, ага? И даже если бы кто-то на этой планете украл бы у тебя бабки, то это украл бы он бабки у твоих родителей. А так никто у тебя ничего не крал. Поверь мне, пожалуйста, на слово, да? Ну, пацаны, приступайте. Не-не-не-не-не-не-не, ни ко мне не надо, не надо! Бабуль! Да ладно, она и так уже как бы старая там. Давно уже пора. Ладно, хватит, все, я скажу, я все скажу, выпусти бабульку. Бабуль, воду из легких выплюнь, воду выплюнь из легких, выплюнула. Искусственное дыхание ей сделайте там рот в рот и сделай искусственное дыхание, она сейчас помрет. Школьник, я не знаю, почему тебя так плохо воспитывали в этой жизни. У меня ничего нет, никаких бабок! Разве что 1030 в кармане, но это не его бабки, это я у других наворовал. Поэтому у нас есть много времени, и за это время вы расскажете мне много интересного. Ну знаешь, я как бы сказки в последнее время не читал, я их наизусть не знаю, поэтому я тебе ничего интересного не расскажу. Ты давай иди домой, там математику поучи, там русский язык, да? И вы, лысышки, ты тоже как бы проводите пацана домой, а то его могут там бандиты на улице встретить. А мы-то с бабулькой пока посидим. У меня нет никаких бабок, я бомж! Пацаны, пошли, надо кое-что принести. Только дверь не забудьте закрыть. Вляпались мы с тобой, бабуль, по самые гланды! Ты как не увидел то, что школьник нас в предыдущей серии вот это по башке треснул битой? Ой...
Ой, так, ладно, они пока вышли. Бабуль, 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 надо план, надо план, надо план какой-то придумать, как можно отсюда свалить. Так, у меня есть лом, у меня есть гаечный ключ. Так. Не... Чё за стены-то такие про... Ничего не ломается, просто ничего... Я даже двери открыть не могу. А все же двери закрыли. Так, как нам выбраться? Бабуль, думай, 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 думай башкой, как нам отсюда выбраться? Потому что если мы этого не сделаем, это будет, походу, последняя серия грабителя на моем канале. Я ничего не могу ломать. Что у меня... Слышь, бабуль, а может мы вот это заюзаем? Не зря же я купил эту фигню в предыдущей серии у Рафика. Милок, может не стоит? А у тебя есть какие-то другие предложения, как мы можем избавиться от школьника? На сейф же не хватит. А, ну раз на сейф же не хватит, то, конечно же, сейф же дороже, чем твоя задница. Ну тогда хорошо, бабуль, тогда может ты еще пойдешь тут пирожки школьнику сделаешь, может ему еще массаж пяток сделаешь. Он тебя убить только что хотел, а ты к нему так хорошо относишься? Бабуль, где твои манеры? Где твой миниган? Где твой вот этот военный ножик? Бабуль, ты что-то вообще опустилась, честно тебе скажу. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так как выбраться? Так как выбраться-то отсюда, я не могу понять. Ладно. Сейчас, пошли, 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 пошли. А то они сейчас придут. Так. У вас все там хорошо, я не знаю. Нормально все у вас там, да? Это типа нам намеки, да, какие-то нам или что? Вы готовьтесь, готовьтесь. Мы скоро вернемся. Бабуль! Бабуль, пенсию в руки, погнали! Сюда, быстро, 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 быстро! Так, сейчас, подожди, 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 я вот это возьму на всякий случай и забаррикадирую двери. Иди сюда, иди сюда. Нифига не ставится так! Ладно, не важно, не важно, не важно. Батуты, батутами все закрою. Вот, один батут и батут на батут. Так, бабуль, 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 бабуль. Куда, куда, куда? Ты готова? Отойди, 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 отойди вот сюда за батуты. Обернись, обернись и сними слуховой аппарат. Раз, два, три. Ох, как здесь все расшмонало. Сваливай, быстро, 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 быстро. Так, пока они не вернулись, пока они не вернулись. Давай сюда, сюда, сюда. Ох, верный театр, там еще и полиция. Они зашли обратно в гараж. Бабуль, нам нельзя и не туда, и не туда, и не туда. Чё нам делать-то? Я не знаю, куда нам идти. Ты понимаешь? Ой, бабуль, я не знаю, что ты понимаешь, то, что они знают 100%, где я живу, и они знают, где ты живешь. Нам нужно залечь на дно. Они могут в любой момент прийти к нам в квартиру. То есть нам нельзя даже сейчас в собственные дома отправляться. Может, нам реально стоило в гробы просто залезть и вот там залечь на дно. Бабуль, придумай что-то. Я не знаю, куда куда вообще можно пойти. Не, туда я выбегаю. Ты что, дуримонда? Ты что в двери-то стучишь? Да хватит двери стучать, бабуль! Они там нас. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Да какие хулиганы, дедуган, пусти нас, пожалуйста, на 10 минут, на 10, пожалуйста, на... Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Да какую полицию ты вызовешь? Не надо никакую полицию вызывать, пусти нас, пожалуйста, на 10 минут. Нам просто нельзя... Так, хватит орать, придурок! Тихо! Пусти нас, пожалуйста, заплатим любые бабки, буквально нам нужно перекантываться тут хотя бы, ну пару часиков. Ну я собирался продавать гараж, там хлама много. 7 тысяч и гараж ваш. Дедуган, мы не торговаться сюда пришли. Пусти нас, пожалуйста, на пару часиков, пока вот эти шкиты не убежали. Не в гараже на 100% ищут. Сначала заплатите и открывайте гараж.
Бабуль, он просит 7 тысяч. Ты с ума сошел? Это покупка гаража или покупка контейнера какого-то? Мы что, Дима Масленников? Я не могу понять. То есть я тебе сейчас 7 тысяч должен заплатить и потом пойти посмотреть, что там в гараже? А может, гараж вообще пустой? Ладно, ладно, у нас нет времени. Или 7 тысяч, или моя задница. Так, держи, держи, держи. Держи, быстро, 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 пока они сюда не пришли. Быстро ключи дай на бочку. Заходи, заходи, заходи. Я только что... Ой. Ой. Так, ну, бабуль, тебе там нормально ножки зато помочишь? Ты понимаешь, бабуль, я сейчас только что за 7 тысяч купил просто с горящей задницей этот гараж, который нафиг мне не нужен. Тут свет вообще есть? Здесь свет-то включается. Сейчас. Да вылезай ты уже. Вылези, вылези, вылези. Фламинго тоже забери. Кирдык, бабуль. Просто кирдык. Милок, можно это забрать? Да забирай ты этот чайник. Нафиг он мне вообще сдался. Держи. Ёперный театр, чё я только что купил за 7 кусков? Не, ну с одной стороны жалко как бы бабки, а с другой стороны, ну если бы я их не заплатил, то меня бы точно укокошили. Хотя 7 тысяч, ну это с ума можно сойти. Так, подожди, он же нам... Да забирай ты эти книги, да я их точно читать не буду, забирай. Слушай, а может мы еще сможем отбить эти бабки? Возможно, здесь еще что-то есть полезное. Вот смотри, настольный футбол. Ну, рублей 300-400 он стоит. Ну, фламинго забирай. Хоть все фламинго забирай. Фламинго мне точно не нужны. Забирай. Гитара, слушай, гитара рублей 300. Микрофон. Микрофон тоже, если хороший микрофон, даже штукаль будет стоить. Усиление баса. Нормально. Какие-то коробки, манекены, постеры. Да забирай ты часы. Часы мне тоже не нужны. Так. Хватит шуметь уже, вода. Слушай, а дедуган-то у нас охотник. Смотри, башка медведя, башка оленя. Он еще и постеры собирает. Звездные войны. Охотники на привидения. Звездные войны. Парк юрского периода. Манекены, как в хоррор-фильмах какие-то. Опа. Опа, стиральная машинка. Старая, конечно. Ну, рублей 300-400 будет стоить. Мне кажется, если все продать, что здесь находится в этом гараже, ну, это максимум на 1500-2 выйдет. Ну... Жопу свою спас, еще немножко окуплюсь. Слушай, а здесь еще что-то есть. Олени пису. Опа, бабуль, левый мой, правый твой, если что. А то мы с тобой здесь надолго засели, мне так кажется. Гриль! Хавчик будем готовить. Опа, опа, дедуган еще и рыбку наловил, тоже неплохо. Сейчас уйдут. Откройте, вы не видите чувака в маске. Не, мы никого не видели. Здесь вообще никого нет. Там кто? Да нет, там никого. Не. Сейчас, сейчас. Они просто подумают, что тут собака какая-то ненормальная и свалят отсюда. Бабуль. Их здесь нет. Ну вот, вот видите, не зря у меня такая способность есть. Знаешь, там у человека-паука там паутиной стрелять, а у Эдисона перца лаять, как собака настоящая. Так, бабуль, что мы здесь еще можем найти? Здесь есть хавчик какой-то, кроме вот этой рыбы. Ты понимаешь, что мы с тобой здесь засели надолго? Так, что здесь за коробками? Давай разберем, возможно, здесь что-то есть хорошее. Так, коробки, коробки, Ёперный театр. Это какой-то доисторический карт. Так, сейчас, подожди. Бабуль! Это советский карт! Вот это годная находка! Знал бы я изначально то, что у него там за коробками карт прячется, я бы и за 10 тысяч бы купил этот гараж. Хотя, ну, за 10 тысяч точно нет. Мне кажется, этот карт стоит тысячи... Ну, 1003-4 точно. То есть мы уже с тобой окупились, можно сказать. Так, пошли, пошли, пошли. А это что за два яичка висят на крыше? Бабуль, если надо, можешь забрать.
Мне они точно не надо. А, это боксерские груши! Вот. Придурок, придурок. Пошли, пошли, пошли. Так, здесь у нас гриль есть. Здесь у нас... там... покойся с миром. Наверное, здесь бабулька похоронена. Шучу! Никто здесь не похоронен. Так, писсуары разобрали. Здесь разобрали. Свет. Здесь есть свет вообще? Опа. Есть! Все работает. Так, здесь накрыл. Слушай, этот дедуга не так прост, как кажется. Ты смотри, сколько у него потайных ходов. Мы с тобой и карт смогли найти. Мы с тобой и проход на крышу нашли. Jingle bells, мазерфакеры! Бабуля, если нужна елка, забирай. И давай спускаться вниз. Чур ты первая! Чур ты... Я первый сказал, чур ты первая! Чур не я, ты первая! Если там кто-то есть, пускай он тебя первым за задницу укусит. Там безопасно? Точно? Крыс нет? А мышь? А змей? А ящериц? А пауков? А медведей? Есть кто-нибудь там живой? Ну, кроме тебя! Нет тут никого. Ну, вот так сразу бы и ответила. Так. Компуктер! Бабуль, да это Pentium 2. Знаешь, что такое Pentium 2? Да такие компуктеры появлялись в мою молодость, когда мне там 6-7 лет было, там в 2000-х. Ну вот стоит рублей, конечно, 400-500. Опа! Тоже какой-то телевизор, он тоже рублей 300-100. А вот эта фигня может... Слушай. А вот эта фигня, наверное, даже эксклюзивная. Вот раньше она ценилась. Возможно, это сейчас даже раритет. Если мне повезет, то я ее толкну хотя бы за штукарь минимум. Так, здесь у нас соленья, огурчики Серега. Жалко Серегу, наверное, вкусный он. Помидорки второй фронт. Не, ну дед точно служил, дед явно служил, если даже помидорки со второго фронта захватил. И отборные в маринаде опята лунтик. А, пфу, лунтик! Я уже подумал, лунтика замариновали, бедный лунтик. И две бочки морковок. Да кому нафиг нужны столько морковок? Ты покажи мне человека, который будет жрать столько морковок. Он что, ненормальный? Ладно, бабуль. Раз мы уже с тобой здесь сегодня дружно так собрались, и если нам с тобой придется здесь ночевать ближайшие 3-4 ночи 100%, я тебе предлагаю открыть этот сейф. Что скажешь? Да? Здесь они нас точно не услышат. Мы находимся там примерно, ну сколько? Ну метров 5 под землей. Сейчас я закрою. Вот смотри, бабуль. Тут явно нужно с двух сторон фигачить. Вот сюда. И вот сюда. Здесь будет жесткий шантарах-трах-бабах сейчас. Поэтому прячься куда только можешь. Чур, я за огнетушитель. Вот, вот сюда. Сейчас я еще коробками укроюсь. Вот, да что ж ты будешь делать? Вот так, да. Если хочешь, можешь идти сюда. Не, тебе и там нормально. Ну давай ты тогда выше заберись, выше, давай. Ты готова, бабуль? Слуховой аппарат сними! Сейчас мы узнаем, что находится в этом сейфе. Мы его пытались открыть примерно 3-4 серии. И вот настал тот самый момент. Ладно. Раз. Два. Три.